Приветствую, дорогие подписчики и гости канала Goodboy. Продолжаю проходить игру «Растения против зомби 2». Начнем, пожалуй, с боев. Даже если я не выиграю, все равно я получу... Ой, стоп. Я тут кое-что вспомнил. Да, все, теперь все будет хорошо. Привет, Дима. Быстро ты появился. В том смысле, что я только запустил трансляцию, и уже у меня есть первый зритель. Приятно. Не всегда так бывает. Так, возьмем эту. Давайте эту, что ли. Да, ты первый, это точно. Похоже, у меня есть шансы выиграть. В этот раз противник мне, видимо, легкий попался. Всего на 4000 пока наразбивал врагов. Похоже, против меня новичок в этот раз был.
Так, теперь время ивента. С донатными растениями. А вот это я не помню, что делает. Ну, у него и странное. Фух, хорошо, что эти куры не пробегают. Не пробегают по шипам. Не могут по ним пробежать. Спасибо, Дим. Хотя я не знаю, про что ты говоришь. Про бэтл, ну, бои, которые только что были, или про нынешний уровень. А, про бои, понятно. Да, стабильно где-то 300 тысяч там набираю в этих боях. Но иногда бывает, вот вчера мне попался противник, который 400 и больше тысяч набрал. Уж не знаю, как у него это получается. Но он меня победил. Ну, я часто тоже все же побеждаю с такой стратегией. Так... Выиграем эпический квест, пожалуй. Так. Тут, наверное, подойдет вот этот. Вот этот. Вишенка. Ледышка. Ну и какой-нибудь, может быть, такой. И пусть будет Бобик еще. Даже не знаю, кого еще. Ну давайте этого возьмем. А, точно, да. Они мне напомнили, что я никого не взял, кто производит солнце. Это, конечно, глупо с моей стороны. Давайте это. Так, ну вместо... Угу.
Ой, один пролетел, я как-то не заметил. Вниз смотрел, а он сверху меня. Поднасрал, если можно так выразиться. Ладно, попробуем еще раз. Есть еще неплохой способ. Можно заменить вот этот на дракона. Вот это. Давайте так. Привет, Ладплей. Thank you.
Ну, походу, мы побеждаем. Что такое? А, в кец? Ну, я как-то играл, честно говоря, меня не сильно впечатлило. Второй раз играть не захотелось. Перчик, джалапено какой-то. Спасибо. Давайте-ка еще. Ясно, нужен персик. Тут столько механизмов, что без персика никуда. Так, вишенка еще нужна. Как это называется? Где-то грибочек. А, он в самом верху, точно. Так, пусть будет это. И, наверное, вот это. Видимо, не очень получается. Не самый лучший выбор. Начну заново. Привет, канал Растения против зомби. Я ж тебе говорил, Сань, как мне видео. Я там написал у тебя. Для первого раза сойдет. Так, мне нужен либо боксер, наверное, либо сдуватель. Такой вот. Наверное, лучше сдуватель. Так. Или все-таки боксер. Возьму обычные орешки. Что, они так быстро сели? Хрена себе. Не ожидал.
Привет, Витя стример. Так. Высажу перед ними орешки, пожалуй. Как только будет достаточно денег. Опять. Тут мне некоторые писали, что прошли игру. Некоторые в чате писали вчера. Ладно, вместо него возьму выдувателя. Все-таки не получается, не знаю почему. Попробую, наверное, подсолнухи взять вместо грибков. Так, пожалуй. Thank you.
получается у меня защитить мои растения. Может быть, взять бесплатные? Бесплатные. Бесплатные вот эти штучки. Бесплатные грибочки. Знаю, как это быть. Может, забить на этот эпический квест на сегодня? Потому что реально как-то сложно. Хотя, у меня такая идейка возникла. Может, дракончика взять? Они вроде хороши. Не знаю, правда, как он здесь сможет или нет выстоять. Ладно, последняя попытка, наверное. Я признаю, что этот квест слишком сложный для меня. Может, вот этих набрать? Thank you.
Попробую так. Мне это последняя попытка реально. Ладно, слишком сложно. Пожалуй, заброшу я этот квест на сегодня. Лучше попрохожу тогда историю. Вот, кстати, моя гордость, что я вчера прошел полный эпизод «Темных веков». Видите, 20 из 20. Прошел там босса, и все, после этого эпизод закончился. Правда, заметно, что в других эпизодах больше 20 уровней. Вот тут 35, вот тут 32, а тут всего 20. Ну ладно, идем дальше. Что мы тут можем? Кажется, ничего. Улучшить. Ну, разве что вот эту, я все равно ее не использую. Ну, ладно, пусть будет. Не очень понимаю смысл, он просто как бы на время их отбрасывает назад. Чудно. Thank you.
ты, какие ребята жесткие с микрофонами. Как с ними бороться, даже и не знаю. А, ну разве что вот этими. Я реально не знаю. Разве что так. Я думаю, канал по растениям против зомби многим в интернете особо не стараются грамотно писать, потому что, ну, как бы незачем. Нету никакого учителя, который поставит оценку пониже, поэтому никто особо и не пытается. Ну, можно расслабиться и писать, как вздумается. Как-то так. Зомби-рэперы выглядят стильно, но против орудия дальнего типа они, ну, слабые. Против дальнобойных растений.
Так, тут мне самому надо выбрать. Наверняка вишня подойдет. Бумеранги хороши, особенно когда они на третьем уровне. Yeah.
вернемся-ка на карту. Там, возможно, есть какие-нибудь новые награды для нас. А нету. Странно. Ну ладно. Попробуем так. Ладно, не получилось. Может сделать два ряда бумерангов. Немного не рассчитал. Вперед. Спасибо. Thank you.
Да. Что-то не то. Попробую заново. Ой, нет, нет, нет. Попробую взять подкову, чтобы они быстрее погибали. А то там много с ведрами ходят. Хорошо. Как-то она мою... Мой орешек-то каким-то образом сорвала. Ну, убрала, в общем.
Ладно, мы победили. С большим трудом, но победили. А может и нет. Все зависит от того, выдержит ли нижний уровень. Или нет. Такое ощущение, что нет. Нет, походу не выдержит. Ладно, что-то я сделал не так. Что если сделать так? Да. Не то. Может, обычных горохострелов поставить? Не знаю. Вот, например, горохострел. Он стреляет 30 каждые 4,5 секунды. А вот этот, ну как бы 54,5 секунды. Ну в два раза больше, да. Только он слабее. Лучше горохострелов, наверное. Они дешевые. Так. Так, так, так. Может попробовать вот этих ребят. Thank you.
Так. Да, если идейка получше. Нет. Давайте попробуем так. Не так пожнуть. Да уж, Дим. Хреново как-то тебе получается. Трудно. Трудно охренеть, какой уровень. Может быть. Попробовать тех, которые откидывают ребят. Вот этих. Thank you.
Есть еще идейка. Извиняюсь, что рыгнул. У меня это иногда бывает. А, нет, надо. Я хотел уже делать так. Последняя, наверное, попытка. Я не знаю, что я буду делать. А может и нет. Посмотрим. Попробую еще кое-как. Кое-как. Обычно неплохая связка вот этого. И, например, этого. Хотя они оба не дешевые. Вот так вот, а здесь уже не хватает. Попробуем так. Ой, что-то я не то сделал. Я не это имел в виду. Извините.
Попробуем так. Да, против этих особо не попрешь. Не, я реально не знаю, как этот уровень проходить. Фух. Первое у меня такое. Лучше вернусь к нему потом как-нибудь. Идемте дальше к Юрскому маршу. Так. Thank you.
что ж, это было несложно, в отличие от предыдущего уровня. То был вообще ад. Правда, возможно, со временем здесь тоже будет ад. Поживем, увидим. Так. Привет, Сардор. Благодарю, неплохо, а твои? Я знаю, что здесь надо. Надо, наверное, бобик надо взять. А может быть, оставить так? Пока без бобика попробую. Лучше так. Эй. Thank you.
Фия себе. Это выглядит не очень честно. Что за хренотень? Класс. Бери капусту, выставляешь две линии гробочков, потом одну линию кукурузы и бумеранг. Что за гробочков? А, грибочков, наверное. Две линии кукурузы и бумеранг, орех. Ну и капусту сказать. Это все неплохо. Правда, эти самые динозавры мешают всю эту стратегию выполнять. Ну, попробую, в общем. Наверное, бомбик надо взять. Так. И орех. Попробуем так. Вот эта штука мешающая, реально. Тварь. Вообще бобик очень полезен здесь. Капусту, которая назад бьет. А, понятно. Ладно. Ладно, попробуем его. Так. Давайте попробуем так. Yeah.
Да, действительно неплохо получается. Спасибо за совет, Сардор. Сильно так получается лучше. Все, даже динозавра не помешали. Спасибо, Сардор. Буду иметь в виду. А с капустой действительно так сразу и не поймешь. Так, быстро строящаяся стена, которая блокирует зомбей. Посмотрим на нее. А, она у нас и так есть. Мы ее можем улучшить. Что мы и сделаем? Попробуем снова так. Спасибо, привет, Кирилл. Хорошо. Жизнь хороша. И жить хорошо. Сделал. Thank you.
Приятного аппетита, Сардом. Я чувствую, как земля дрожит, Пенни. Еще больше динозавров? Именно так, пользователь Дэйв. Стая стегозавров направляется сюда. Мои сенсоры показывают, что они будут, наверное, кидать зомбей своим хвостом. Я бы тоже так сделал. Попробую вот таких. Thank you.
Хе-хе-хе. И динозавру нечего. Нечего подкинуть. Зомби не должны становиться на растения, на цветы. Понятно. Чем мне его убить? Да, неожиданно. Ой, я придумал. Можно на сами цветы ставить. Сами цветы ставить, ну, орехи. Дело идет неплохо. Thank you.
Если ты мне тобишь, то yes, I speak English a little. Я даже иногда делаю, ну не иногда, всегда практически английские названия для своих видео параллельно русским. Я проанализировала новое растение, пользователь Дэйв. Парфюм, этот как его, гриб. Парфюм гриб заколдовывает динозавров, очаровывает динозавров и возвращает их обратно против зомбей. Динозавровая сила на нашей стороне. Это великолепно. Так, но его пока нет у нас. А, нет, есть. Давайте попробуем. Съешь бобик. Попробуем эти новые растения. А, понятно. Они одноразовые. Thank you.
Пенни, я только что вспомнил, как я люблю молчаливые буквы. Letter вроде буква. Нет, молчаливые письма. Внезапно пользователь Дэйв, ага, стая птеродактилей направляется сюда. Птеродактилей? Это ужасно. Выживите с теми растениями, которые для вас выбрали. Прикольный птеродактиль. Забавный. Эти птеродактили серьезно мешают. Да ладно, хватит уже мешать мне.
Страдатель. А, не все так плохо. Кажется, я понял, как с ними обращаться надо. Ну все, уровень пройден, ура. Ага, снова динозавры. Вернее, ну, всякие-всякие динозавры. И такие, и этакие. Пожалуй, возьму вот эти вещи. Так, кого же еще? Вот этот хорош. Угу. Ну и Боб, наверное. Ладно, давайте еще этим. Come on.
Блин, промазал. Вот динозавр надоедливый. Ну, все же я победил. Ну что, еще пару уровней и хватит на сегодня, пожалуй. Так, вот эти хороши. Эти бобы хороши. Так. Интересно, птеродактиль облетит такой орех? Пусть будет так. Ой, нет, нет, нет. Так, эти
пути не останавливают. Да. В общем, орехи высокие не останавливают. Не останавливают птеродактилей. Только бобы могут их остановить. Ну, я имею в виду. Но никогда не знаешь, где он в следующий раз полетит. Так, вот он где. Ну, ладно. Все, дело сделано. Вместо кукурузы лучше брать доисторический горох. От кукурузы мало урона. Ну да, мало урона, зато она бывает замедляет вот так вот. Что вроде тоже неплохо. Не знаю, вроде они более-менее равноценны. Видишь, прошел уровень без особых, в общем, проблем. Если дать кукурузе еду для растений, то она выполнит такой суперудар, замедлит всех на время, заморозит как бы. Не потеряй больше 6 растений. Ой. Блин, хреново. Давайте действительно, вот в этом уровне действительно попробую земляной орех. То есть не земляной, а доисторический. Хоть он всего лишь первого уровня. Так. Я фиг знает как. Пусть будет так. Тоже отталкивает зомби, того урон намного. Ну да, вот я решил в этот раз его взять. Наверное. Пух.
Да, вроде неплохо. Отлично получилось. Ну, я уже думал, конец уровня. Да, неплохо отталкивают. Пусть даже не каждый выстрел они отталкивают, но все равно держат врагов на расстоянии. Не дают им подойти ближе. Ну да, то бишь, видишь, как ты говоришь, так оно и происходит. Они даже не могут подойти ближе, потому что горохи их отталкивают. Получилось. Ну, один уровень еще, последний. Пройду, и хватит на сегодня. Первобытный подсолнух нам уже сильно можно будет его улучшить. По крайней мере, до второго уровня, когда он откроется.
Ага, мы получили кристаллов. Что за них мы можем купить? Так. Ну, все растения за деньги только. А, нет, есть и за кристаллы. Только надо сотку накопить хотя бы. А, у меня пока 31. Ладно, буду копить. Еще раз привет, Дима. Так. В общем, мне понравились эти первобытные горохострелы. Давайте будем их пробовать и дальше. Так. Да, мне что-то такого варианта не нашел я насчет рекламы. Съешь бобик. Ой, не туда поставил. Что-то я туплю. Заигрался, наверное. Блин, пока получается не очень. Эй. Thank you.
Ну все, уровень 13 пройден. Потрясающе. Тут я уже 13 уровней прошел. А в предыдущем, кажется, на 8 застрял. Вот, видите, 13 уровней. А в предыдущем... А, да, 12 не смог пройти пока. Сегодня 10 раз, наверное, пытался и не прошел. Ну вот, на сегодня пока все. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. В том числе Кирилл Тобиш, Тима Менщиков и все остальные. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо, что были со мной.